Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня аккаунт за десяточку. И посмотрим сейчас, что есть интересного. Добавили у нас наконец-то новую какую-то еще одну акцию. Вчера там вечером добавили на русском сервере, сегодня здесь. Типа этот лепреконский прикол. Короче, лаборатория ихняя. Можете получить за логин каждый день там с 20 какого там с 15 по 24 попытку, она отдаются вам ресурсы, плюс вы можете получить, если потратите один самоцвет, еще дополнительно попытку. При определенной комбинации вы получите определенные призы. На 9 руны вот есть 800 гемов можно получить. То есть, в принципе, для без доната это реально очень крутая акция, особенно на русском сервере. Можно лаваники бэк получить. Ну, первый, правда, там две штучки, но все равно неплохо. Каждый день при определенном бонусе можно будет это получать. Так. В принципе, вот как-то так комбинируете, выбираете себе, что вы хотите, и получаете призы. Поехали дальше. Можем даже сделать, можете писать комбинации, хотя я знаю, что многие будут неправильно писать комбинации, поэтому толку от этого никакого. Заходите в группы, в телеги, там все есть. Я буду в группе вам писать, буду проверять и писать тоже. Поэтому не спешите тратить ресурсы. Так. Окей, поехали дальше. Следующий. Новая какая-то темка. Переверните карту. А ну давайте я сейчас на секунду на русский сойду. Может, тут уже есть с переводом. Я буду себе мозг выносить с самого утра. Так, бог грома причудливая. Ну, кузница лепрекона. Понятно все. Значит, идем на риски. Так, переверните карту и выберите награду и удвойте ее. Выполните специальное задание. Удвоить. Ну, окей. Какие на... О, нифига себе. Смотрите, какие топовые награды. Камешки новые. Ну, давайте попробуем. Так. Три штучки даже вытащили. Так, Right Three Times. Ну, окей, поехали. Так, открыли наконец-то шар. Знаю, на русском тоже вроде должны открыть. Про шарик я уже вам снимал. Так, а ну-ка. Нам надо зарейдить, получается, три раза. А с какого по какое число? А, 23 часа всего лишь. Ну, поехали в рейд, забежим. Раз. Засчиталось или нет? Да, засчиталось, отлично. Второй. Ну, то есть выполняете дополнительные задания, типа удваиваете. А, не дала, видите, пока не нападешь. Ну, неплохо, неплохо, шанс получить камешки практически на халяву. Не за донат. Так, забрали мы. Вот и попытка следующая у нас через 10 минут. Неплохо. То есть 3 раза в день получается. 3 карты каждый день. 10 минут кулдаун. Так, награды будут отправлены нам в коробку. Окей. Pick or draw chances restart daily. Что это навсегда ввели, что ли?
Написано через этот заканчивается. Но если будет это регулярно, ну, на английском сервере, то может быть регулярно, на русском вряд ли. Так, что у нас есть еще? Dragon Orbs. Так, Special Lucky Flipping. Ничего такого нового здесь нет. Поехали посмотрим самое интересующее. В общем, акция интересная. Очень интересная. Так, что у нас есть? Давайте отсюда начнем. Так, это на трату, понятно. Продают уже за десятку, плюс камешки, плюс книги. Ну, это, думаю, для нашего аккаунта неинтересно. Плюс скин за двадцатку. Огник за 50. Сундучки. Ну, вот такое. Камешков, кстати, нехило так дают для основы. Так, и опять 260 продают. 60 и 7 таких вот. Так, хорошо. Дальше у нас большие паки. Так, за пятерку скины. Возможность собрать половинку Анубиса Стрелка они у нас есть. За десятку Вольт Командора, который у нас есть. Ну, дают ремочку, воодушку и выживание. Ну и половинку Некроса. В принципе, неплохо. Так, тут у нас за двадцатку дают Зулю скин. На лагеря. Тоже надо будет забирать 500 штук. Так, за 50. Понятно все. И тут большой тоже ничего не поменялось. Ну, не знаю, что вам сказать. Для основы я это себе знаю, кипаки. А вот для за десятку, ну, только этот пак остается брать. Хотя у нас там Кто его знает. Короче, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете, что взять. Но брать чисто ради одного некроса. Хотя мы получим эмблемки топовые. Воодушка, ремка. Восьмая. А тут за десятку. Ну, это я считаю бредовый. Ну, смысла нету в этом паке. Чисто ради рун. Такое себе. Тут чисто ради мешков огника. Тоже смысла не вижу. Еще и за двадцатку. Так. Ну, фиг его знает. Пишите в комментах, что вы думаете. Конечно, половинка это не целая была, продавали целого. Но зато три эмблемки. Но никаких расходников. То есть у нас еще до сих пор нечем качать дальше скиллы героев, то есть книги и прочее. В этом вся загвоздка будет. Так, а что у нас там по рейтингу? А, мы без ника не можем посмотреть. В общем, надо начинать уже качать аккаунт. Пора, пора уже. Так, что у нас с level up? Надо прокачивать. В общем, вот так вот. Акция обалденная. Героев у нас, конечно, тут хватает. Сейчас надо думать, что же все-таки дальше нам качать. Ну, видите, рынок немножко сейчас. Пару дней до выходных, точнее, завтра уже выходные будут. Завтра, возможно, будет шоппинг-спри, что-то интересное, потому что, ну, я не знаю. Я не вижу смысла сейчас покупать рынок. Ради чисто рун.
нам больше важны расходники. Ну, в общем, пишите свои комменты и не пропускайте акцию. Акция реально крутая. Как и лепреконы, так и новая с картами. Все, всем удачи, всем пока.